тонкое и запутанное в исполнении. И богатая символикой, эта небольшая работа, приписанная мастерской Яна ван Эйка, изображает святого Иеронима, переводчика Библии IV века, читающего в своем кабинете. Лев и спираль над его головой – отголосок легенды о святом Иерониме, по которой царь животного мира, встреченный на прогулке, стал спутником святого. Согласно легенде, Иероним извлек шип из лапы льва. Книги и другие предметы, которые мы здесь видим, относятся к интеллектуальным занятиям святого и приобретают символическое значение. Песочные часы традиционно отождествляются с течением времени и человеческой смертностью. Иногда на картинах встречаются изображения различных сосудов. Стеклянная банка с водой, накрытая бумагой, и бутылка с бумажной пробкой – символ Марии. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Благодаря Бернарду Клервозскому, который интерпретировал песни как аллегорию, в частности, одождествляя упоминаемую там невесту с Девой Марией, тот стих чаще всего ассоциируют с Богоматерью, а заткнутый бумагой стеклянный графин отсылает к рождению Богородицы, ее вечному девству. Идея, которую так рьяно защищал Иероним. На картине Яна ван Эйка можно видеть банку с надписью «Тиряка». Тиряк считался универсальным противоядием, излечивавшим все виды отравлений, в том числе укусы пауков и змей. Здесь же, однако, он представляет собой символ искупления. В европейской живописи сложилась традиция канонического изображения святого Иеронима, одетого, как кардинал, в красную накидку, плувиал и шляпу с плоским верхом. Это связано, скорее всего, с его близостью к папе Дамасу I, а также со служением папским секретарем, переводчиком и советником. Впервые этот титул был дан Иерониму во второй редакции «Жития святого», составленной в Риме не ранее 570 года. А золотая легенда рассказывает о том, что Иероним был посвящен в сан кардинала в Риме. Однако коллегия кардиналов появилась лишь в XI веке, через несколько столетий после смерти Иеронима. В 1245 году папа Иннокентий IV даровал кардиналам статус выше всех епископов и красную шапку, символически означающую, что они до последней капли крови, не боясь смерти, будут действовать ради возвышения святой веры, мира и спокойствия в христианских народах, превращения и крепости Святой Римской Церкви, и готовы пролить свою кровь за веру и церковь. Иеронима можно видеть в большей части в кардинальской шляпе галеру, первоначальной, наиболее древней большой плоской шляпе с широкими полями, с которых свисают кисточки. Галера происходит от простой широкополой шляпы паломников. В живописи XVI века форма кардинальской шляпы меняется.
У голландских художников чаще встречается изображение беретты, красного квадратного берета без помпона, которая сменила галеру в 15-16 веках и в настоящее время является главным символом кардинальского облачения.